слову про успех. Что вы считаете своим успехом в своей работе? Вообще, успех – это слово последних двух десятилетий. Это мечта, это Эльдорадо для всех. Успех – мерило жизни, но мало кто понимает, что это. Успех в таком обывательском понимании, в то, что народ видит со стороны, это внешние проявления, то, чему завидуют, то, к чему стремятся, то, что является каким-то двигателем. Однако нет ничего более шаткого, нет ничего более зыбкого, чем понятие успех. Успех – это когда тебя копируют. Успех – это когда тебе завидуют. Это не самоцель в любом случае, но это показатель, это индикатор. Успех, когда из кожи лезут вон, чтобы доказать, что они не хуже. Вот это успех. Для себя же я вообще не оцениваю это слово как совокупность каких-то показателей. Более, наверное, точно можно сказать, что если ты, оглядываясь на год назад, четко уверен, что тогда ты был менее профессиональный и менее знающий, чем сейчас, вот это успех. Деньги уж точно не показатель успеха. Необходимый компонент, да, но не показатель. А вот. Это, в общем, понимание, не относящееся к клинической практике, не относящееся к научной деятельности. Если говорить про успех локального характера, это начать и закончить. Это успех. Потому что начать, конечно, непросто. Первый шаг к серьезному делу. Это хорошо, большой путь начинается с маленького шага. Но самое трудное впереди. Так вот, закончить начато, поставить задачу, выполнить все условия, получить результат, обрадоваться ему, оценив, при том с долей самокритики, получить признание – вот это успех. Это вот в отношении немедицинской деятельности. Что такое успех с медицинской точки зрения? Это когда в клинику приходят с семьями на протяжении поколений. Это не тот, кому ты полный рот закатал винирами или вкрутил, как говорят, 20 болтов. Ну, слесаря, я не знаю, или кто болты крутит? Сантехники? Не знаю. Вот ты поставил 20 болтов, это не успех. Успех, если у тебя 3 поколения лечатся, и их 6 человек одной семьи. И если таких семей штук 100, это успех.